Так, вот эту всю ботву вырубаем, вырубаем, ребят, вырубаем, да побыстрее, потому что закат – это дело не шуточное в режиме выживания, и мне это очень нравится. Я вот уже вам хотел сказать, я уже попробовал вот этот режим творчества, так называемый, да? Мне, опа, а что это такое упало? А что, я уже кирку потратил, что ли? А, это как понимать? Истер кирку. Да? Ну ладно, сверстаем новую. Ну правильно, если она деревянная кирка, то она, естественно, уже истерлась. Ну теперь-то я знаю, как ее делать, и значит, все хорошо. Так, 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 так. Так, отлично. Мне это безумно нравится. Так, здесь стена готова. Здесь. Осторожно. Так. В принципе, у нас этих блоков тоже не так-то уж и много. Смотри-ка ты. Стоп. Так, а что это тут такое у нас? Блин, подожди, там что-то явно лежит. Эту ботву тоже состряжем. Вот это что такое? Я не знаю, что это такое. Ой. Забираем. Так, сюда, сюда. Я надеюсь, что мы успеем вообще с вами. Так, вот эту всю ботву надо бы тоже вырубить. Я не хотел бы уже заводить какие-то новые миры. Все, я уже хочу здесь обосноваться. И здесь уже будем постепенно строиться. И там уже смотреть, как вообще дальше выживать мы с вами будем. Очень хочется так, знаете, ночь, день, чтобы ночью прятаться, а днем строить. Мне это очень нравится. Ну все, темнеет. Кабзда. Кабзда, ребятки. Так. А, так. 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 Должны успеть. Давай здесь пророем. Вон, видите, там типа камни или что такое вообще. Так, это хватаем. Ну, потому что все уже, все темнеет, ребята, темнеет, опасно. Ой, опасно, блин, ребят. Земля, хорошо, ну, хоть земля, хоть что-то. Так, собираем. Так. Да, дела плохи. Ребята, дела плохи. Зря, наверное, я провозился с верстаком, потому что, видите, все приходит с опытом, как говорит Альберт категории Е. И надо было сначала соорудить землянку, потом уже заниматься верстаками и всем прочим. Ну, в принципе, может быть, еще какие-то шансы есть. Так. Так, видишь, он сюда не хочет впариваться. Зараза. Так, вот здесь тогда разрубим. Вот так вот поднимемся. Вот так сделаем. Так, хорошо. Сколько у нас еще? О, хорошо. Так. Ну вот. Теперь у нас появляется шанс. Теперь вот здесь бы вот эту заделать дырку. Не заделывается, да? О, заделалось. Ну все, теперь, я думаю, к нам никто не пролезет. Теперь спокойно уже. Хорошо, да. Теперь спокойно будем копать вглубь.
конечно, плохо видно, но что делать.